Застать должника дома даже в вечернее время непросто. Большинство скрываются. По первому адресу должник продал квартиру в апреле. По прописке числится здесь, но по факту... А кто здесь прописан у вас? Ой, здесь пока никто не прописан еще. Мы только купили квартиру. В доме на Сюмбике похожая ситуация. Неплательщики все время якобы на работе. В третьей квартире кто проживает? София. Как зовут соседей? Фамилию знаете? Трофимова. Трофимовы, да? Ага. А кто там еще помимо Дениса живет? Не знаю. Мы их не видим. Они работают сменно. Вообще не видим. В рейды судебные приставы выходят каждую неделю. В этот раз обходили квартиры тех, кто не платит за услуги ЖКХ и алименты месяцами или даже годами. А таких в городе немало. Буквально вчера делал задолженность по должнику. Он не платит более 10 лет. Местонахождение его мы выяснить не можем. Мы в данный момент передали его в отдел розыска для выяснения. Задолженность у данного гражданина составляет более 1 000 000 рублей. Даже если у человека задолженность всего пару месяцев, его могут арестовать до 15 суток или привлечь к исправительным работам до 150 часов. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.